предлагаю объявить 2018 год годом добровольца. В Михайловском районе прошел форум волонтеров, на котором были подведены итоги года добровольцев. С поздравительным словом к социально активной молодежи обратилась начальник управления образования и молодежной политики Светлана Клиюкина. Вот как бы я сегодня всех вас вместе представила? А представила бы я вас как большое доброе сердце, как большую раскрытую добру и радостью душу. Вот это, вот такое, такая ассоциация сегодня для меня этот форум. Вот такая ассоциация сегодня для меня все вы. Потому что то дело, которое вы выбрали для себя, оно великое. Оно великое не только потому, что это сейчас на пике славы, скажем так, на пике восприятия, а потому что вот это доброе дело, оно зародилось еще глубоко в веках и во всех книгах всегда было прописано, что добро – это главное. И когда человек несет добро, значит, он живет не зря. Я благодарю вас всех за вашу работу. Я благодарю вас всех за ваши великолепные проекты. А главное – за то добро, которое вы несете людям. И вам тоже всем добра, счастья, светлого и хорошего пути. Успехов! Лучшим представителем добровольческого движения Михайловского района были вручены благодарственные письма. Почетной грамотой управления образования, благодарственным письмом за активное участие в волонтерском движении Михайловского района и сертификатом на получение ценного подарка награждаются победители конкурса «Копилка добрых дел 2018». Михайловские волонтеры оказывают необходимую помощь труженикам тыла и участникам Великой Отечественной войны, принимают активное участие в благоустройстве воинских мемориалов и братских могил. Также забота о пожилых и одиноких пенсионерах – одно из важных направлений в деятельности волонтерских отрядов. В Михайлове находятся учреждения социальной направленности, экономический колледж-интернат и дом престарелых, на базе которого создано отделение волонтеров «Серебряный возраст». Старшеклассники городских школ сотрудничают с волонтерами колледжа и серебряными активистами. Проводят совместные конкурсы и концерты художественной самодеятельности, занятия и соревнования по физкультуре, игре в шахматы и кеглям. Благодарственное письмо Управления образования и молодежной политики за активную работу в летнем волонтерском лагере на базе дома-интерната для престарелых и инвалидов города Михайлова вручается. Власовой Светлане Анатольевне, руководителю волонтерского отряда «Надежда» Михайловской средней школы номер 1. Шитовой Валерии, учащейся Михайловской средней школы номер 1. Павел Сергею, учащемуся Михайловской средней школы номер 1. Кузнецовой Анастасии, учащейся Михайловской средней школы номер 1. Фроловой Анастасии, учащейся Михайловской средней школы номер 1. Малиной Анастасии, учащейся Михайловской средней школы номер 1. Крыловой Ангелине, учащейся Михайловской средней школы номер 1. Кожаной Ольге, учащейся Михайловской средней школы номер 1. Развивается волонтерство в сельских поселениях и среди дошкольных учреждений. На форуме выступили юные добровольцы, волонтеры отряда «Цианус» детского сада «Василек». Дошколята рассказали о своих проектах и исполнили яркие концертные номера. Вас приветствуют очень молодые, очень креативные, очень активные дошколята, волонтеры из отряда «Цианус». В этом названии заложен очень глубокий смысл. Вот что рассказывает нам легенда. Цианус, молодой, красивый парень, плел и дарил венки из васильков. И людям приносил он радость, тепло и красоту дарит.
участницам, пожелавшим вступить в ряды волонтерских отрядов, вручили волонтерские книжки. Символ принадлежности к волонтерскому движению России. Бабкову Константинову, учащемуся Чапаевской средней школы. Дубровскому Егору, учащемуся Чапаевской средней школы. Ваши аплодисменты. Сегодня замечательный праздник. Праздник добра, праздник молодости, праздник инициативных ребят. Было очень много сейчас вам вручено самых разных наград. Я понимаю ваших организаторов, взрослых людей, которым очень хочется отметить каждого из вас. Потому что вы действительно этого заслуживаете. Та деятельность волонтерская, которой вы занимаетесь, она требует много сил, много энергии, много времени, в конце концов, которого у нас часто не хватает на такие вещи, а у вас хватает. Я вас поздравляю с этим праздником и желаю, чтобы времени на хорошие дела у вас было больше. И вот чтобы это мероприятие, оно было только началом вашей волонтерской деятельности. Встреча, конечно, получилась трогательной на самом деле. Очень приятно вас всех видеть сегодня. Полный зал. Я в прошлом году была первый раз на таком мероприятии. И скажу вам, что в этом году волонтеры, да, на самом деле, ваши ряды пополнились. Это радует. Почему радует? Волонтеры бывают разные. Но дело у нас общее, одно. Творить добрые дела. Творите, ребята, и пускай это добро возвращается к вам. А сейчас мне хотелось бы отметить ребят, которые выполняют большой вклад в пропаганду, в профилактику пожарной безопасности. Также участвуют в различных мероприятиях, в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. Хотелось бы их сейчас отметить. Челнокова Дмитрия. Кирюхина Тимофея. Жибина Максима. Поддержим аплодисментами. Лишакова Дмитрия. Ваши аплодисменты. И Токарева Всеволода. Можно сказать, даже всю свою жизнь вкладывают в этих ребят педагоги. Без вас никуда, вы их направляете, вы ведете. Мы предлагаем какие-то мероприятия. Вы, идя нам навстречу, и мы совместно с вами выполняем большую, огромную работу. И такого педагога хотелось бы мне сейчас тоже отметить. Центральный совет общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» награждает грамотой за активную, социально ориентированную деятельность в сфере пожарной безопасности, большой вклад в дело профилактики и предупреждения пожаров на территории Рязанской области, добросовестное выполнение своих профессиональных обязанностей заместителя директора по воспитательной работе Михайловской средней школы номер 3 Морозову Светлану Васильевну. Наталья Быстракова, Александр Каратаев, Евгений Быстраков специально для Михайлов ТВ. Мечтал, чтобы ты заплакал, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и мелко ладило, но как сумел, я гитаре всегда успел, выпускной ты красиво платится,
не взяла голову. Сказала ваши классные детки за горки с Юлию. И вот я словно всех людей за Юлей. А может быть любви подойти, боюсь всех Юлей. Вдруг меня она не любит, а тут другого любит Юля. Юля, где меня не вечно попает, у меня с Юлей. Она фамилия. И так полгода идет пожар, а ночью ты ссорится. Все срываются, но наверняка не бродится. Но как-то утром я решил сделать первый шаг, купил цветы и позвонил. Лишь бы ты пришла, и ты пришла. Прямо по классике в огне она пришла, а подружку с одноклассником. И ударились за землю небеса. Yeah.